Ну вот, ребятки, все-таки здравствуйте, во-первых. Кто не подписан, подписывайтесь на канал ТВ Маэстро. Наконец-то я добрался в Лобню к подписчику Сергею. Сейчас он подъедет за нами на машине, будем знакомиться. Вот, пригласил он нас в баню к себе. Ну, приехали мы не все, потому что на Савеловской, как всегда, все разбежались. Приехали с Алексеем. Привет, Леха. Лобня. Ну и поснимаем здесь местные окрестности, местных ребят. Там есть парочку-троечку лиц, которые работают у Сергея. Ну, которые тоже были в свое время в тяжелой ситуации жизненной. И Сергей вот таким способом помогает им. Дает работу, кров и так далее. Все, смотрим дальше, ребята. Вот так вот Серега тут живет. Территория у него. Собаки, посмотрите, какая собака. О, уйди, медвежонок какой. Би, Бимка. Бим, иди сюда, Бима. Бима, иди ко мне. Иди ко мне, иди сюда. Вот, короче, приехали мы к Сереге. В баню попариться. Баньку попариться, да. Быча со мной. Быча ёмнет сейчас грамм 150. Не побей бутылку. А тут смотрите, ребята, как в деревне. Тут курица, да? Да, да, да. Там откроется. Ага. Сейчас покажу. Смотрите тут. Гуси, куры. Индюшки. Где индюшки были? А. Офигенно. Прям как в деревне. Я уже в деревне не был 3 года. Красота. А там кто у тебя? Куры, Санёк. Там яичек, там с собой. Бимка. Куры. Курички. Вот его, индоутки. О, какой ты грозный. Петя, ёпта. Какой ты грозный. Да. Прикрыть, да? Я закроюсь. Ага. И короли есть, да? А короли там, да? Он бабай. Да. Ну, пару слов про Коляна. Привет, Коля. Коля, привет, да. Он теперь в Лобне у родственников. Да. Да, поедет на днях. Я не знаю, когда они поедут туда, домой, в этот, в Саратов. Алик, ну сколько ты лет? Вот расскажи, сколько ты лет? 18. Кочуешь? 18. 18 лет. Домой 18. Поедешь, Алик? Нет. А? Нет. Не? Не и так. Здесь. 18 лет вот живет у человека, человек, да, помог, ребята. Я работал в нескольких местах, вот эта регистрация кончился, вот без работы остался. Я понял. Ну, блин, такая собака прикольная, этот черная. Это, Алик, сейчас пойдем покушаем. Вон еще собачки. Где короли? Фу! Такая тут фазенда. Где? Куда убежал? Куда убежал? Дай поглазить. Люба же хотела, чтобы это, за кроликами ухаживать. Вот нужно ее сюда привезти, чтобы она ухаживала за кроликами. О, Любке покажу как раз видос, да. Прям богатый какой. Порадует. Ну это эти, калифорнийцы. Вот они сейчас. Ага. Ой. И тю-тю-тюльки.
Я тоже дом разводил кроликов. Дофига было. Сань, поехали за машиной с другом купить машину. Вместо машины купили 3 кроликов. Он говорит, машину не купили, говорит, давай, говорит, хотя бы, говорит, 3 кроликов купим. И что, во всех клетках или нет? Да, во всех, да? Да. Это дофигища здесь. Сань, было... Штук 300 есть? Не, меньше. Было 450 штук, сейчас где-то штук 100, наверное. Я тоже до 400 догонял, держал. Простоквашино, видишь? Круто, круто. Здесь тоже еще у меня одна территория. Вот я как раз хочу здесь для бездомных построить этот дом. Дом. Да. Это про который ты говорил, там это оформлять надо, да? Да, да, да. Ага. Прикольно. Так, ребятки, смотрим дальше. Вот и напоминаю, блин. Уважаемые подписчики, ну вот нас Сергей встретил, накрыл нам полянку. Ребята, литрушечку всекли, вот у нас Алексей. Уже это, клюкнул немного. Завис для вас. Да. Лёх, потом не говори, что ты в рекомендациях в Ютубе. Не подписывайся, что будете. Это Валёк у нас. Валёк из Беларуси. Да, Беларусь. Как нас сегодня Серёга принял? Благодарим. С Гродненской области. Да, на Саньку, на Дульбаша. Валёк. Дальше не скажу. Дальше история умалчивает. Вот и Скаинс 219. Да, сразу заходите. Сразу заходите. Двери открыты. Буду песни вам петь и вино наливать. Сегодня не обессудьте. Какой тиран ты. Я понял. Ну вот, ребята, посетили мы местный торговый центр в Лобне с Сергеем. И, значит, у нас такая проблема. Калош мы на мои супер-валенки не нашли. Мишка, спасибо тебе. Серега, короче, сделал мне подгон вот такой. Босяцкий. Ну, у меня вот еще проблема, ребят. Когда елку будут разбирать? Сегодня 20 число. Как всегда, на 8 марта. Или раньше. Сереге, дай бог спасибо. Дай бог здоровья. Тишина, да? Здесь. Прикольно. А у меня через 3 окружных разницы, где дочка, где... Бычков. И где я. Бычков. Ну, что вы скажете о гостеприимстве? В данный момент... хозяина данной фазенды. Что, табуретку дать тебе? Скажу, что барин. Барин, я не думал. Я думал, я хорошо живу. Есть дача. Все. Скоро я тебя подобью все-таки продать свою квартиру. Рядом с вашим красноармейским Галиной. Как ее получится? А хрен знает, позвони мне. Галина хрен знает. Редко учится, конечно, такое вот. Редко слушаю. А это тост уже начался или еще нет? А стрим идет? Я видео записываю, я сейчас запишу. А, и... Тогда удаляй. Удаляй, да? Да, давайте звоню. Это репетиция у тебя была? Да. Я понял. Как вам живется на дежурстве? Смена заканчивается. Часов не наблюдаем. Счастливый толстов тоже. В баню сюда. Ну вот так вот, наверное, ребята приняли в Лобне. Ребятам всем привет. Смотрите, пишите комментарии. Смотрите следующие видосы. Всем спасибочки. Алик, передай привет Ромке. Ромке передай привет. Молдовану, Грише, привет. Грише Глухому. Потом Ивановичу. Ивановичу привет. Валек, передай брату привет. Большому малому привет. Из Гродненской области только что разговаривал с ним 10 минут. Всех благ.